Я рад объявить нашего следующего спикера, Инга Примак, представитель компании Smolos, виллы класса люкс, можно сказать, даже круче, виллы на Сардинии. Пожалуйста, Инга, расскажите поподробнее. Спасибо, здравствуйте. Еще раз здравствуйте, коллеги, друзья, партнеры. Дамы и господа, дамы где-то там, господа все здесь. Да, мы будем общаться потом. Я хотела рассказать об уникальном проекте, но я начну с описанием компании, чтобы понять, кто мы такие и какая это компания, итальянская компания. Уже многие из вас знают, да, вы здесь в кругу почти друзей, скажем так, да, партнеров, которые знают о нашем проекте. Это уникальный, единственный проект в мире. Мне очень приятно ознакомить вас и имею честь ознакомить вас с этим проектом и рынок Азербайджана, поскольку я считаю, что этот проект может заинтересовать именно жителей Азербайджана. Наша компания – одна из самых крупных компаний в Италии. Мы входим в очень большой серьезный холдинг, и эта компания называется EMMC, которая котируется на бирже. Под этой компанией еще много-много компаний, больше 40. Но я расскажу вам о таких значимых проектах или значимых компаниях, которые входят под этот холдинг. Владельцы, конечно, итальянцы. Одна из крупных компаний под этим холдингом, которая даже построила историю Италии. Наверняка вы помните во всех фильмах, итальянских фильмах, Феллини, где Моника Беллуччи, где Софи Лорен, да, показывает Дольче Вита, это сладкая жизнь, итальянская сладкая жизнь, на таком эксклюзивном, красивом, красном мотороллере, который называется Vespa. Мы являемся и производителем мотороллера Vespa. Это крупная компания Piaggio, групп Piaggio, именно так и называется. Но мы строим не только эти мотороллеры, но мы строим и еще мотоциклы, как Moto Guzzi, вот для гонок, да, скоро у вас здесь такое торжество будет, Формула Уно. А мы тоже являемся производителем таких гонок, мотоциклов Moto Guzzi, Aprilia, то есть это групп Piaggio. Это одна из крупных, да, компаний нашего холдинга. Другая компания, которая занимается строительством яхт высокого уровня, высокого класса, это яхты, вездеходы. Ну вот вы увидите сейчас, когда мы запустим видео, что и какие эксклюзивные, да, не только один проект, но все проекты эксклюзивные. Потому что наши владельцы, они именно любят вот такие эксклюзивные проекты, единственные и неповторимые в мире. Вы убедитесь. И убеждаю вас, что именно на таком уровне, потому что мы, помимо вот этих яхт, вездеходов, мы строим и военные корабли, и военные объекты. Поэтому, чтобы понять, на каком уровне эта компания. Нам принадлежит и Alitalia, авиакомпания Alitalia. То есть у нас много акций. Это, конечно, государственное, но, чтобы вы понимали, это государственный уровень и какие мы крупные, и какой крупный холдинг, и какая серьезность данной компании. Также владельцы, когда приземлились, могу сказать, на острове Сардинии, а остров, он действительно сказочный остров, это остров мечты, где собирается вся элита всего мира. Или элита со всего мира, которая либо приезжает к нам на отдых, либо приобретает недвижимость. Или даже у нас есть случаи, когда переезжают и живут на нашем острове – Сардиния. Сардиния – это второй остров по величине в Средиземноморье, после Сицилии. Над нами Корсика французская, материк,
и где-то под нас Африка. Почему рассказываю? Потому что это очень важно знать климат. Я думаю, что даже климат Азербайджана вот чем-то, да, похож, потому что здесь тоже особый микроклимат создается. У нас 300 солнечных дней в году. И это тоже очень важно, потому что на острове практически зимы не бывает. У нас зимой 15, 16, 17 градусов. Я рассказывала про значимые и эксклюзивные, и самые лучшие проекты в мире, единственные проекты в мире. Так вот, наши владельцы выкупили 500 гектаров земли на юге Сардинии. Обратились к такому эксклюзивному, опять же, архитектору мирового уровня, архитектор Массимилиано Фуксас, который строит необычные, необыкновенные объекты. Ну, прямо лунные. Вы увидите, когда будет на видео виллы, которые они, ну, как будто не с этого мира. Или приземлились с Луны или с Марса, потому что очень многие говорят, у вас такой марсианский лунный пейзаж. Это виллы, которые имеют все округленные формы, не имеют острых углов. Технология, самые высшие, самые инновационные технологии, которые были приняты при постройке этих вилл, потому что мы еще являемся в заповеднике, у нас 500 гектаров земли. Но мы 500 гектаров земли, даже больше, потому что заповедник, он продолжается и за нашими горами. У нас горы, у нас самое большое гольф-поле в Средиземноморье, чемпионское поле, 27 лунок. Также это нам принадлежит на нашей территории. На нашей территории 10 озер, на нашей территории действующий отель, рестораны, бары и даже свой порт, даже свой пляж и свой причал. Конечно, это тоже единственный, как говорю, такой значимый проект в мире, и это только единственный туристический и проект недвижимости данного нашего холдинга. Можем запустить видео, так чтобы меньше слов и больше видео, да? Я говорила, что принадлежит нам авиакомпания «Алиталия». Это наши мотоциклы Rodrigo Cantieri Navali из Molas Resort, Alitalia, Gruppiaggio, и это холдинги MMC. Это только одни компании. Gruppiaggio, вы увидите здесь мотороллер Vespa, вы увидите мотоциклы. И у нас не только в Италии данная компания, но уже по всему миру. Я видела и здесь. Вчера мы гуляли, позавчера, и видели здесь не только все, что made in Italy, все, что итальянское, да, в Азербайджане ценят, уважают и любят. Вот эти наши мотоциклы. Мотогуцци и Априлия. Знает, может быть, в будущем, вот сейчас у вас Формула-1, а может быть, потом будут гонки и на мотоцикле, потому что мы производители именно для таких гонок. Да, это наш проект. Вот посмотрите, как выглядит. Это будет в будущем спа-центр. Сливание с природой. 10 озер, как я говорила, на гольф-поле 10 озер. Вот наше море, наш пляж приватный. Ну, естественно, публика, которая играет в гольф, очень высокого уровня. И у нас гольф работает весь год. Мы закрываемся практически на 2-3 дня в году. Посмотрите, какие просторы. Алиталия, сейчас будет видео Алиталии, нашей авиакомпании, которая тоже очень значимый проект для Италии. У вас из Милана, да? Милан, Баку, Алиталия.
Может быть, когда-то будет и Кальяри, да, Сардиния, Баку. Дай Бог. Но, опять же, от нашего аэропорта до острова, до нашего проекта 35 минут. Мы выполняем трансфер, VIP-трансфер на вертолете. У нас есть своя полоса, поэтому 5 минут, 7 минут на вертолете, и мы на нашей территории, на территории наших вилл. Я говорила, что мы строим и военные объекты, военные корабли. Военные и боевые даже корабли. Ну, это государственный уровень. И вот такие яхты, супер-яхты с супертехнологиями. Это еще военные. Которые, мы говорим и гордимся, видите, взлетают над водой. Это новые, совершенно новые инновационные технологии. Здесь наш президент посередине. Семья Коланино, итальянцы. Ну и говорю, что именно только такая компания может строить и такого уровня может построить именно такие эксклюзивные проекты, как и проекты наших вилл. Массимилиано Фуксас. Да, можем запустить именно, да, виллы, чтобы посмотреть, какие они красивые и какие они эксклюзивные. Все, что здесь сделано, все, что придумано, это инновационные технологии. Каждая вилла, у нас 4 типологии вилл. 2 спальни, 3 спальни, 3, 4 спальни и 5 спален. Порядка цен, очень многие спрашивают, кого интересует, 2 миллиона евро, 5 миллионов евро. Каждая вилла имеет свой участок, свою территорию, свой бассейн приватный. И некоторые виллы имеют на втором этаже джакузи. Мебель, которая была выполнена, сделана также уникат. Это супруга Фуксаса, Дориана Фуксас, которая сделала такие шедевры специально только для наших вилл. Да, да, сейчас пойдет дальше. Оставьте. Угу. Потому что это другая типология виллы. Из каждой виллы вы можете увидеть море цветов, море запахов. Между нашими виллами гуляют, просто разгуливают наши, так как мы в заповеднике, да, это олени, косули, дикие кабаны. Потому что это их территория. Мы часто говорим, что мы находимся на их территории, не они на нашей. Надо сказать, что технология отопления, да, система отопления и охлаждения тоже инновационная, поскольку каждая вилла имеет свои солнечные батареи. Я говорила, что на Сардинии 300 солнечных дней в году. Данные солнечные батареи обеспечивают полностью виллу электроэнергией, 3 киловатта. У нас еще остается электроэнергия для того, чтобы вылить ее в государственную сеть, которая потом нам компенсирует. Система отопления и охлаждения тоже она уникальна и тоже очень интересна, поскольку мы в экосистеме, поскольку мы, и для нас очень важна, да, природа, мы берем воду из своих 10 озер. Каждая вилла отдельно имеет свою котельную, где вода поступает, нагревается или охлаждается. Потом система, она такая, под пол. Потом она, как циркулярная система, она опять выливается в наших озера. Тем не менее, мы не теряем воду. Вода остается в экосистеме. Ну и очень важно сказать, что многие не любят кондиционеры. И это очень хорошее решение для такого инновационного проекта.
На сегодняшний день мы построили 15 вилл. Проект составляет 250 вилл. Да, можете, пусть идет. Проект составляет 250 вилл. Значит, мы строим VIP-город. Должна сказать, что у нас закрытый VIP-город, потому что даже наши VIP-ы, да, которые элита со всего мира, те, кто приезжают к нам, либо играть в гольф, либо отдыхать или приобрести виллу, мы очень много раз шутим, что даже и муха не пролетит или не попадет на нашу территорию без билета. Поэтому у нас система охраны очень суровая. Помимо того, что у нас везде есть видеокамера наблюдения, но у нас есть человечки, которые охраняют днем и ночью нашу территорию 500 гектаров земли. Мы строим VIP-город, закрытый VIP-город. Первый участок 15 вилл, они построены. 4 виллы, они уже оборудованы. То есть мы являемся именно та компания, которая потом берет в управление данные виллы. Статистика до сегодняшнего дня говорит, что очень многие прямые клиенты интересуются только для себя и для своих семей. То есть приобрести такую элитную недвижимость то для себя и для семьи. Очень, могу сказать, что где-то 20% статистики для инвестиций. То есть те, которые интересуются приобрести данную недвижимость и потом сдать нам в управление. Важный момент, что мы гарантируем 5% дохода прямо на контракте. Мы гарантируем 5% в течение 3 лет. То есть это тоже очень важный момент, потому что в Италии обычно не гарантируют, говорят, что 3,5-4%, а мы гарантируем 5% в течение 3 лет. Это тоже важная информация. Ну, что еще сказать? Могу очень много рассказать про этот проект и про уникальность, и про виллы, про закрытый город, вообще про территорию Сардинию. Если у вас будут вопросы, подходите к моему столу. Буду очень рада общаться, ответить на все возникшие вопросы. И у меня есть для всех такой маленький презентик, ключик, где есть вся нужная информация. Это, я говорю, что это ключ счастья, да, мечты и ключ для приобретения недвижимости на элитной Сардинии. Я благодарю наших коллег, спасибо. Спасибо вам. И жду вас на Сардинии, на солнечной Сардинии. Спасибо.